Если говорить о санкциях, которые были приняты в отношении определенных чиновников и сотрудников государственных служб, естественно, в той или иной связи коснутся простых граждан. В первую очередь они коснутся, конечно, тех, кто работает в этих ведомствах. Как вы знаете, недавно одно из ведомств запретило своим сотрудникам въезжать в ряд стран, оставив в списке разрешенных для посещения в качестве туризма, по-моему, порядка чуть больше 20 стран, запретив поездки в Турцию, Таиланд, Арабские Эмираты и так далее. То есть, если руководителя той или иной службы не пускают за границу, естественно, он не будет смотреть на довольные лица своих сотрудников и попытается как-то ограничить их передвижение.